Да, ребята, сегодня будет видео про этот инвентарь, поэтому поставь лайк, если ты себе хотел быть такой же инвентарь, и, возможно, мы разыграем нож-бабочку. Поэтому, ребят, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, это очень-очень важно. Вот поставишь лайк, будет такой же инвентарь, отвечаю. Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня будет самая долгожданная рубрика. И прямо сегодня вы увидите самый дорогой инвентарь хорошего парня, ютубера по имени Флеки. Флеки, выходи. Ну что же, ребята, да, у этого парня есть Керамбит Голд. Флеки, представься. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CD Drop, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Steady Drop — это мой выбор. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Всем здравствуйте, дорогие подписчики. Я топ-донатер этого самого Кента, как Кентапка вы знаете. Чувак! Ну, чувак! Что? Нагревай поляну! Это, ребята, успешный человек, миллионер, миллиардер, мамкин бизнесмен. Ядрить колотить, братанчик, чё у тебя с плечом? Офигеть, вы посмотрите. Ты бы просто видел. А ну-ка еще раз покажи. АКР, а сделаем на анимацию просмотра. Ё-моё, ребят, ну тут что-то не так. Короче, ребят, вы, наверное, не понимаете, что происходит. Если вкратце, это мой топ-донатер и человек, у которого самый дорогой инвентарь в Stand of 2. Даже дороже тик-така. Я скажу, сколько он стоит, только чуть попозже. Давайте, ребята, о всем по порядку. Начнем с того, что у Флики есть Керамбит Голд. Откуда ты его взял, мать его, за ногу? Откуда? Это мой второй Керамбит Голд. Первый самый я его покупал за 28 тысяч. И продавал уже за 32. Короче, ребят, как мы поняли, это уже второй Керамбит Голд. Дальше у тебя есть АКР Трэшер Хантер. Статрек! Откуда ты взял эту малышку? Не знаю, виден ли Статрек? Не-не, тут не виден, не виден. Ты можешь меня убить, подписчики увидят. А ну-ка. Да-да-да, все верят. Я думаю, никто и не сомневался. У тебя всего лишь 95 убийств на статреке, чё-то маловато. Ну что же, ребята, и прямо сейчас, чтобы вы не думали, что это какой-то ноунейм, или то, что я вас обманываю, я вам покажу просто, вкратце, инвентарь этого парня. Просто посмотрите, это, ребята, не фотошоп, это все реальность, я вам даже покажу видео чуть попозже. Смотрите, вот это все, инвентарь вот этого парня. Ну, вы понимаете уровень, да? Посмотрите, сколько наклеек, сколько сатреков, сколько аркан, сколько всего! Блин, я хочу себе такой инвентарь. Он офигенный. Кент, можно обратиться? В общем, я думаю, вы тоже охренели так же самое, как и я. Я лично в шоке. Расскажи мне, пожалуйста, просто скажи! Откуда? Откуда все это? Откуда все эти скины, мать его, за ногу? Откуда? У меня просто есть друзья хорошие, которые мне подсказывают работу, где можно хорошо заработать. Ребята, если не будет видео в ближайшую неделю, то значит Флики мне подсказал очень хорошую работу. Чтобы понимали, вот этот парень мне вчера задонатил 10к рублей. Подожди, подожди, я помню, я тебе 15 донатил. И 15 донатил раньше, я не знаю, он мне миллиарды задонатил за все время. Поэтому, ребята, я думаю, что такую подработку, как у Флики, хотел бы каждый. Так, Флики, давай дальше смотреть твои скины. Мне тут сказали, то, что у тебя еще есть АВМ Спорт В2. Давай показывай, дабы ни у кого не было сомнений. АВМ Спорт В2. А ну-ка, покажи. Мы хотим посмотреть, проверить. Ё-моё, вот это я понимаю. Мамкин бизнесмен, вот это, тут да? Наклейки есть. Нет, правда, наклейки я не вижу, но потом, когда я покажу твой инвентарь, то наклейки будет видно. Слушай, откуда ты его взял? Расскажи. Надеюсь, история будет поинтересней. Это мой третий где-то АВМ Спорт В2 тоже. Третий АВМ Спорт В2? Я когда увидел, что Керамбит Голд же стоил очень много, и он не падал в цене. Я увидел, он упал очень жестко в цене. Он стоил типа там под 40 тысяч, потом стал 28. Я решил сразу же его приобрести и продал такой АВМ Спорт В2 и 2 Юспа Генезис. В общем... Для того, чтобы купить. Ага, ну и несколько ножей.
Короче, получилось так, что ты продал AVM Sport V2 ради Керамбита Голда. Потом опять его купил, правильно? Да. Короче, ребят, у этого парня 20 ножей. Также Флики подогнал мне один нож бабочку и сказал то, что он хочет еще один нож бабочку подогнать для конкурса. Да, я хочу провести конкурс. Старфал, бабочка. Конкурс дуэлей, да, да, да. И кто победит, тот получит нож бабочку. Поэтому отдельный респект Флике. Можете тоже поблагодарить в комментариях. Я думаю, ему будет приятно. Потому что скоро будет турнир. Ну что же, Флики показывает дальше, что там у тебя есть. Мне Флики говорит, сейчас кое-чем похвастается. А ну-ка убей меня, мы проверим. Так, да, да, реально сатрек самурай. Я думаю, уже никто не сомневается, то, что скриншоты, которые я показал немножко ранее, это правда, это не фейк. Кстати, Флики, мягкий вопрос. Чё это у меня за пиписька болтается снизу, ты видишь? Не знаешь? У меня то же самое. Тоже болтается пиписька снизу? Ладно, это был вопрос не по теме. Давай, смотри, сатрек или я, Статрек вином с наклейками. Да ты что, вот этот мажор. Блин, а чего у тебя так мало убийств? Ты что, их покупаешь, но не играешь? Бережешь или как? Не, я редко просто играю. Короче, Флики, пожалуйста, расскажи немножечко себе. Как тебя зовут и сколько тебе лет? Потому что по-любому всем интересно, и твоя персона до конца не раскрыта. Молодой человек. Я живу, значит, в Волгограде, мой город, и я очень скромный такой человек, я не люблю выделяться в основном. На Гелендвагене в школу ездишь, да? Учусь я в 9 классе сейчас, и мне 15 лет. Короче, Флики, я думаю, что настало время самого интересного. Это рассказать, сколько же стоит твой инвентарь. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, это очень волнительно. Ну, давай. Ребята, я скажу сразу то, что данный человек побил полностью все рекорды. То есть его инвентарь самый дорогой. Давайте я вам покажу его инвентарь. Но в этот раз не скриншоты, а видео. Потому что это очень важный момент, чтобы никто не думал, что это какая-то постанова. Вот, ребята, видео. Вы прямо сейчас его видите у себя на экранах. И просто посмотрите на вот это, блин. Это просто прелесть. Эх, я бы, ребята, отдался бы за все эти ножи. Ладно, я шучу. Вот, вы посмотрите, ну это просто инвентарь мечты. Кто бы себе хотел бы такой же инвентарь, поставьте лайк. Если вы поставите лайк и напишите комментарий, подпишитесь на мой канал, у вас будет такой же инвентарь. Сейчас пойдут наклеечки. Наклейки. Так. Да, вот пошли наклейки. Блин, ну короче, инвентарь очень крутой. Это действительно самый дорогой инвентарь. Но знаете, что самое неприятное? То, что цены резко упали вниз. Если бы по старым ценам, то это самый дорогой инвентарь, не знаю, на планете Земля вообще дороже, чем у разработчиков. Но даже по новым ценам, когда цены на ножи упали в два раза, инвентарь Флики стоит 120 438 голды. Да, ребята, это очень много. Спасибо большое, то, что пришел ко мне в видео, то, что снялся. Ссылочку на канал Флики я ставлю в описании. Но вы, мои уважаемые подписчики, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был Кент ПК и... Флики. Всем удачи и всем пока!